Дети весело и дружно заходили в здание библиотеки, где их ждали развлечения на любой вкус. Библиотекари Татьяна Яковлева и Елена Яценко подготовили для ребят задание, учитывая их возраст. Вначале предложили назвать птиц и зверей, изображенных на картинке, а затем звучали вопросы о сказках и про сказочных героев. Дети пришли к нам с детского дома творчества. Они к нам часто приходят. И нам с ними очень интересно работать. Дети читающие, любят сказки и литературные произведения. Больше всего ребят увлекло задание, где нужно было из букв слова пословица составить другие слова. И хоть на выполнение этой непростой задачи отводилось только 2 минуты, ребята так увлеклись, что придумали около 30 новых слов. Мне понравилось, когда мы придумывали слова из слова пословица. Я отгадала все сказки почти. Мне понравилось угадывать сказки. И я узнала про некоторые другие сказки. В следующую пятницу сотрудники детской библиотеки опять ждут ребят в гости и готовят новые увлекательные конкурсы.